это «Орловские ребята». Какую-то старинную игру сейчас покажет. Гармонь старинная в руках. Я покажу вам танец, вернее говоря, страдание трех наименований. К ней, при ней, от ней. И барыня с дребезгом. Как барыня? С дребезгом. Это как? С дребезгом? Ну, вот так она получается. Дребезжит. Стал бы дребезжать, да. Дребезжащий. Ну, так ее назвали, может, она не... От чувств, да, видать, от чувств. Да, дребезжит. Да. А как вас зовут-то, дедушка? Тихон Васильевич. По фамилии? Казначеев. А откуда будете? Поселок Змеёвка. Ух ты, название какое! Змеёвка. Светлое и нежное. Ну, слушаем к ней, значит, сначала. Безусловно, идем к ней. Ходил за 3 километра, так недалеко, действительно. По юности-то, да? Да. Теперь, значит, принять страдания. Замирать, значит. Она смотрит. Да, теперь это... нужно танец там в деревне как. А это... посмотреть, как она пляшет. Да, безусловно. Полюбопытствовать, как насчет движений, и там, нее, да, грации, да. Так. Подребезжали. Ну, вот так она. Молодец. А потом вроде как уже домой пошел. А теперь петухи закричали 3 часа. До утра домой. Дребезжали, да, да, с барыней? Да, да. И больше, домой. Больше заняться нечем. Домой. А она-то где жила? Она в какой деревне жила? Молчановка. Она в Молчановке. Да, а домой? Борзенкова. А, из Молчановки в Борзенкова пошли. Где же ты гуляла?
Чем Даурин Всеволкин? Бахычан. Счастье. Означает счастье. Да. Красиво. Бахычан, а кто вы по профессии? Заслуженный работник культуры Республики Казахстан. Хорошая профессия. Споете? Пою. Что? Песня называется «Ах, Баян», композитор Байкенжиев. Это про девушку, про любви. Про любви? Да. Там, наверное, какая она красавица. Да, да. Да какие у нее бровки, глазки, зубки. Конечно. Ох, ну, похлопаем, послушаем. Өргішке аялады әттарман, жан сырымды жай алмадым. Ақ баян көктегізде бұрқанған, толқыған, сүндірмеші сол сезімді. Ақ баян, ақ баян көктегізде бұрқанған, толқыған, сүндірмеші сол сезімді. Thank you.
Ее сторона постылая, все кругом не так. Сяду я на бревнышко, опустив головушку, ну, покаркай, милая, о родных местах. Крах, крах, слышу я в ответ, крах, крах, родины нет, крах, крах, слышу я в ответ, крах, крах, родины нет, о родной стороне больше песен не петь, о родной стороне только каркать, хрипеть, о родной стороне больше песен не петь, о родной стороне только каркать, хрипеть. Выйдя за вдогонку молится, сколько мною пройдено, впрочем, что о том. Вспоминая давнее, слушаю подавленно, словно голос родины, thank you.
Село Бондарев, весь краевон. А вы семья? Семья. А фамилия ваша какая? Шишлянников, а по-деревенски Шиши. Это вас так в деревне называют? Да, быстро и удобно. Бондарев, где живет? Шиш, там живет. Три Шиша, значит. Дед, сын и внук. Ой, ну давайте, три поколения Шиши. Шиши хороши. Неизвестная чужая из походного шатра, всем близка и всем родная, милосердная сестра. Всем близка и всем родная, милосердная сестра. Там вдали в горах Карпатских, меж высоких узких скал, пробирался ночкой темной санитарный наш отряд. Пробирался ночкой темной санитарный наш отряд. Впереди была повозка, на повозке красный крест. Из повозки слышны стоны, Боже, скоро ли конец? Из повозки слышны стоны, Боже, скоро ли конец? Погодите, потерпите, отвечала им сестра, а сама едва живая, вся измучена, больна. А сама едва живая, вся измучена, больна. Скоро мы на пункт приедем, напою и накормлю. Писем напишу, перевязку всем поправлю, и всем писем напишу. Вот сидит сестра и пишет, а на сердце тяжело. Муж ее давно убитой, сердце кровью облито. Муж ее давно убитой, сердце кровью облито. Вот один солдат диктует: здравствуй, милая моя, жив я, ранен, не опасно, скоро дома буду я. Жив я, ранен, не опасно, скоро дома буду я. А второй солдат диктует: помолись за меня, злая пуля легла в сердце, ты не жди домой меня. Злая пуля легла в сердце, ты не жди домой меня. Встает сестра молиться за усопшего раба, на колени становится, а из глаз бежит слеза. На колени становится, а из глаз бежит слеза. Неизвестная чужая из походного шатра, всем близка и всем родная,
милосердная сестра, всем близка и всем родная. Милосердная сестра. Называется ретро. Хорошо. Называется... Исполняют они старинный танец русский, краковяк. И у нас краковяк. У нас же краковяк? Да. Да. Из села Кеули ансамбль. Называется ансамбль? А никак не называется. Все свои. А, название у нас все свои. Наши лучшие играют. Как это ваши лучшие, когда наши лучшие? Сейчас мы проверим. Начнут соревновательную игру танца краковяк гости. Да. Из села Кеуль, ансамбль «Все свои». Да. Поехали! Просим. Давайте
Усилимся. Аплодисменты! Yeah!